tell me about the website, tell me about the journal, and tell me again, does the journal serve the same function as the poetry? Presumably not exactly the same. How do you relate these two spheres of activity? Я бы сказала, что то, как развивалась наша история с сайтом, на мой взгляд, напоминает то, что происходит с поэзией в последние 5-7 лет. Мы затеяли его в 2008 году, имея в виду сделать издание, которое будет говорить о вопросах культуры в достаточно больших объемах. До нас в России просто не было большого универсального сайта, который в ежедневном режиме занимался бы вопросами культуры. Это было в 2008 году. Через несколько месяцев, как только мы запустились, произошли события в Осетии. И мы обнаружили, что у нас на сайте просто нету места, нету раздела, в котором мы могли бы говорить об этом не косвенно через какие-то события и явления культуры, но напрямую, так как события должны были быть отражены. Потому что структура сайта была очень однозначная. У нас были разделы искусство, кино, медиа, но не было раздела, который говорил бы об общественной проблематике. И тогда мы решили для себя две вещи. Первое, мы открыли раздел общества, который до сих пор один из самых посещаемых и влиятельных разделов как на нашем сайте, так, я бы сказала, вообще в русскоязычном пространстве. Сделали раздел общества, который позволял бы говорить о том, что происходит в России напрямую и в нужных количествах. И он моментально стал очень заметным и читаемым, но это была только первая часть. А то, что для меня очень важно, что с этого момента у нас нет практически... наш сайт не говорит о культуре как об отдельной, не связанной с обществом, да, как о какой-то башне из слоновой кости, где происходит что-то любопытное. Когда мы говорим о культуре, мы говорим об обществе. Когда мы Thank you. What a pleasure this is. Thanks. Thank you, thank you. Yes, 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 thank you.